Деньги на социальные программы в первую очередь. На минувшей сессии областного совета депутаты утвердили целый ряд поправок, которые предусматривают выделение средств из региональной казны для малообеспеченных семей, сирот и инвалидов. Наиболее важных из них рассказали сегодня на брифинге в обладминистрации. Строить и развиваться, но и не забывать о социальной политике. Забота о незащищенных слоях населения есть и будет одним из главных приоритетов областной власти, заверили на встрече с журналистами. Например, впервые выделили деньги на приобретение жилья для одиноких детей. Одну половину дают из региональной казны, вторую – районная власть. Это Бердянский район, Приазовский и Вольнянский район. Вот первые деньги в этой программе уже будут выделены и пойдут на эти три территории. Она предусматривает либо приобретение жилья для детей-сирот, либо ремонт этого жилья, которое числится на них по праву наследования. Еще одно важное направление, на которое выделили деньги – переоснащение детского дома в Черниговском районе. За 450 тысяч должны сделать современную систему отопления. Замену котлов в Черниговском доме социальной реабилитации детей-инвалидов. Грубо говоря, детского дома, да, и это здорово, потому что, ну, на сегодня там еще на мазуте, то есть это, ну, 13 век, скажем так, а это будут котлы, работающие на твердом топливе и в том числе на альтернативных видах топлива. Кроме того, средства направлены на завершение ремонта центра матери и ребенка в Бердянске, приобретение бытовой техники для приемных семей и на создание аудиокниг для слабовидящих.